24 марта состоится день красного носа. Red Nose Day. Да. И в этот день все одевают... А ты устал носить носик? Ну, снимай тогда. И в этот день все одевают красные носы. Да, Котя? Да. И получается, у нас есть вот такие вот пакетики с носиками. И могут попасться вот такие разные носики с разными фигурками. Да, один у нас уже открытый есть. И это получается вот такой вот нос викинг какой-то, да? С рожками. Шлем у него, усы. Весь такой вот суровый такой нос. На. Ну что, откроем другие, посмотрим, да, что у нас попалось? Давай. День красного носа – это основной способ пополнения благотворительного фонда «Разрядка смехом». Фактически, это весенний праздник юмора, проводящийся в Великобритании раз в два года. Чтобы выразить свою поддержку обездоленным, британцы покупают миллионы красных клоунских носов, и по всей стране проходят тысячи благотворительных акций. А «Разрядка смехом» – это английская благотворительная организация, основанная в 1985 году комедийным сценаристом Ричардом Кёртисом для оказания помощи людям, страдающим от голода в Эфиопии. В настоящее время организация оказывает материальную поддержку африканским странам, а также помогает бедствующим людям в Великобритании. Одним из фундаментальных принципов работы «Разрядки смехом» на английском «Comic Relief» является принцип «золотого фунта», на английском «Golden Pound Principle», согласно которому каждый потраченный фунт идет на благотворительные цели. Сопутствующие затраты, например, выплаты зарплат, берут на себя спонсоры, в то время как все вырученные деньги поступают в фонд проекта. Этот нос похож на сову. Следующий какой-то у нас Angry Nose. Наверное, он спал, его разбудили. Колпак ночной. Девочка нос. Потом у нас Диджей Нос. Потом Мумия Нос. Это дракончик. Повар. Собачка. И нос Франкенштейн. Открывай. Какой-то красный. Какой-то новый? Или такой есть уже? Такой есть, ну, а, у нас уже такой есть, да? Да, а, у меня. Ладно, давай еще вот такой следующий. Да. Открывай. Это гель. Что гель? Схем? Шлеме? Ну да что, в шлеме опять? Или другой? А, диджей у вас опять. Вот последний остался, да, у нас? Да, что-то много повторений. Это странно, ладно. Ладно. На, наконец-то. Одевай. Скажи, одевай, хорошо. Скажи, класс. Мама, а мне шлема хорошо. Мама, хочу купить у-у. Котика! Иди сюда, у меня сюрприз для тебя. Смотри на столе. Что это? Тебе интересно? Садись, смотри. Открывай. Окей. На что похоже? Что это такое? Футболка. Правильно, молодец. Это футболка, которую можно одевать на день красного носа. Что там нарисовано у тебя? Ты видишь? И все? Или еще кто-то нарисовал? Котика, супер-пупер. Вот собака. Ну что, примеришь? Давай, супер.